ребята, уважаемые родители, мамы, папы, бабушки, дедушки, все, кто пришел сегодня, и, естественно, наши дорогие учителя, которые стоят с учениками и за мной, со своими классами. Я хочу вас всех сегодня поздравить с этим замечательным праздником. Сегодня такой праздник, если лично для меня, то он связан как-то и с грустью, и с радостью одновременно. Наша самая большая школа в Юрмале принимает 58 первоклассников в наши ряды. Это самое большое количество. И я хочу сказать, что пусть сегодня символически мы назовем нашу школу большим кораблем. А вы все члены этой нашей команды. Принимаете такое? Да. Начала заниматься физико-математическую школу. 22 человека всего приглашены. И из Юрмалы она наша тоже будет заниматься в этой школе. Дополнительно после уроков. Дорогие ребята, я надеюсь, что мы с вами преодолеем все невзгоды. Все, если будем падать и набивать шишечки, то они будут маленькими-маленькими и не такими больными. Я хочу вам всем пожелать ощущать чувство локтя рядом друга, чтобы вы все научились вместе радоваться успехам и своим, и успехам своих одноклассников, успехам школы. И если мы будем переживать, то переживать вместе. Помним, что если радость на двоих, она удвоенная радость. Если горе на двоих, оно уже уменьшенное, в два раза меньшее горе. Поэтому давайте будем дружно преодолевать трудности и идти к вершине знаний. Удачи! Thank you.
Паша, помоги. Паша, помоги. Анастасия Довганя.
Так, хорошо, запомним. Ну, Роланд я уже знаю. Так, Хомка или Хломка? Как фамилия? Владислав. Хломко, наверное. Хломко. Ну, я говорю, поэтому я еще не знаю, как правильно произносить там. Владислав, есть? Вот, ну что ты молчишь? Ты, а как правильно? Хломко. Хломка, вот. Так, Янковский. За что нет? Данил. Они еще не подошли. Вообще не были. Да. Значит, подбудились. Колмаков, Никита. Да. Ты хорошо. Сразу прочитал. Коля Денко, Андрей. Да. О, хорошо. Крылов, Кирилл. Я. Да, хорошо. Давид Креслов тоже был. Так. Денис Лаптевс. Есть, так, хорошо. Аня есть, Саша есть, теперь Руслан Новиков есть, так, Виктория Пейпера. Я. О, сама понимает. Платонова Алина. Да. Так, я чтобы видела, я так запоминаю. Сережа Трубинский. Я. Так. Смирнов Денис. 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 Так. Лину я уже знаю. Тамилова Ирина. Ты? Ну да. Трофимова Платика. Я уже знаю, что это пожалуйста. Уздавайся. Из Гердова Елена. Так. И последняя Брагина. Я. Последние документы поднимешь. Все дети, все хорошо. Молодцы. Так, сейчас мы все устали. Я устала, устали? Нет. Нет. Да. Кто устал? Нет, кто устал, пойдет домой. Кто не устал, остается. Да, еще раз повторяю, кто устал? Все пойдут домой. Кто не устал, пойдет учиться. Сейчас я вас, дети, отпущу. У вас сегодня праздник, я уже не буду с первого дня вас заставлять работать. Идите сегодня в кафе, на карусели, в зоопарк, в гости. Какой вам праздник устроили родители, вот так его и отмечайте. Или вот такой называется праздник, в школе есть спортивный. У нас будет день спорта, и вы уже сразу нам покажете ваши спортив, вашу выносливость, закаленность. Будьте покажете, на что вы, умеете делать по спорту. Бегать, прыгать, мяч играть, да? Приходить в спортивном костюме сразу? Я все скажу завтра, вы меня их нагружать не будете.